Турнир по рукопашному бою памяти Сергея Дукача прошел в Новосибирске на минувшей неделе. Как член Федерации рукопашного боя, клуб смешанных единоборств «Бердск» также получил на него приглашение. Команда под руководством тренера Дмитрия Тараторина вплотную приблизилась к чемпионскому титулу, завоевав, однако, в итоге уверенное серебро. Зато в личном зачете спортивная удача щедро одарила берчан. Из 8 участников команды практически все вернулись с медалями. По итогам наша команда заняла второе общекомандное место. Вот команды были из Новосибирской области, Криводановка, Коченева, Новосибирск, ну и наши спортсмены представляли наш город Бердск. Около 10 команд было, около 170 участников. Мы превосходили наших соперников там в разрывном бале, там 10-0, допустим, Батаев Эмзар у нас там схватку провел, то есть занял первое место, вот, и в категории выше. Эмзар Батаев принес своей команде сразу 2 золотых медали. Он занимается уже 5 лет, в его боевой копилке уже около 100 наград. Я выступил в 2 весовых категориях и провел всего 4 боя, 2 из которых я выиграл достойно. Достойно это что значит? Ну, досрочно. А, досрочно? Много. То есть вырубил просто соперника? Да. Некоторые плакали, некоторых я просто вырубил. Я бы хотел сказать спасибо своему тренеру за мою подготовку к данным соревнованиям. Для Михаила Куприна прошедший турнир, как он сам признался, это первое серьезное соревнование. В клубе он всего 1 год. Однако с этого турнира Михаил уехал с золотой медалью. На этих соревнованиях у меня был только один поединок. То есть сразу в финале. Мне было не сильно сложно, но какие-то трудности были. Ребята мечтают о продолжении спортивной карьеры и в будущем видят себя не меньше, чем чемпионами мира. А пока прилежно тренируются. Именно в каждодневной кропотливой работе над собой залог успеха, уверен тренер Дмитрий Тараторин. Ну и, конечно же, в стремлении юных бойцов заниматься и побеждать.